Здравствуйте. Получили с сайта Gearbest вот такой чехол для телефонов Xiaomi, Redmi Note там и 3, и 4, с диагональю экрана 5,5 дюймов. Уже такой брали мы, он прослужил около 2 лет, но потрескались вот такие вот, вот эти вот пластиковые корпусы, как его назвать, панель. В чем его, в том, что он понравился? Ну, то, что он вот так трансформируется. Можно и ставить его как-то тут, и вот так можно ставить, и как-то вот, и вот так можно ставить, и так можно ставить. И тут еще есть вот такой кармашек для карт. Ну, кто-то использует, мы не использовали. Защелка магнитная, которая держит, уже не открывается. Ну и по цене, и тоже недорого. Я, в общем, рекомендую вот этот вот чехол. Для недорогой, практичный. Понравился. Спасибо.